Всем приветик! Сегодня канун Рождества. В данный момент еще только утро. Люди еще бегают по магазинам, докупают все, что кому не хватает. Кто за подарками, кто за продуктами, кто зачем. У каждого как бы свои уже последние приготовления. Приготавливается. Рождество в Америке — это самый большой праздник. Он тут вообще, я не знаю, интернациональный, потому что Америка — страна иммигрантов. И здесь нету как бы шаблона. Делаем вот это, готовим вот это, празднуем так-то. Нет, здесь кучи, тысячи, я не знаю, может быть не тысячи, но точно сотни народностей, сотни национальностей, которые этот день празднуют по-своему. Празднуется он 25 декабря. Это считается католическое Рождество, но его празднуют и верующие люди, и неверующие. Почему? Потому что это выходные, которых ждут все работяги. А в Америке все работают как бы hard, так тяжело, чтобы заработать деньги, чтобы прокормить свою семью, чтобы содержать свой дом. Здесь нужны немалые усилия, и потому все работают. И когда приходит Рождество, все рады отдохнуть, встретиться со своей семьей, в кругу своих родных и близких, и, может быть, в эти дни сказать больше приятных слов, чем они не успевают это сказать в другие дни. Очень много денег тратится в эти дни, очень много тратится доброты в эти дни. Американцы сами по себе доброжелательные люди, они любят делать добро. И традиции их совсем не похожи на наши традиции. Если у нас перед Рождеством соблюдается там какой-то пост, здесь я о посте ничего не слышала вот в этот момент. Может, и есть какие-то народности соблюдают, но поста как такового нету, потому что, может, мы не общаемся с теми людьми, но так как он как бы у нас такой укорененный уже, у людей верующих и неверующих, кто может, кто не может, тут такого нету. Многое пришло здесь сюда, конечно, из-за границы, из Европы, потому что здесь все переселенцы оттуда, европейцы. Из Германии пришло сюда елочки украшивать, из Турции пришел сюда Санта-Клаус, из Англии пришли колядки, которые в некоторых еще отдаленных местах между соседями, там, которые живут годами между собой, поются, детки ходят в костюмах ангелочков и распевают вот эти колядки. Есть здесь такие традиции, но у нас в Нью-Джерси я не видела. Вот то, что я вам показывала, это было как бы в центре города, это какие-то там организации, школы или кто это готовит, я не знаю. Но этого как бы по домам не ходит, я не видела. Но то, что они украшают свои дома, то, что они этот праздник обожают и любят, и то, что они его почитают, этот праздник, это есть. Сколько они денег угрохивают сюда в эти свои иллюминации. Дома все в огнях. Деды Морозы, Санта-Клауса эти ихние, снеговики, разные-разные мультяшные герои. Все светится в огнях вокруг домов. А есть такие сумасшедшие любители, которые, я не знаю, дома прям вот так горят огнем от этого всего. Но есть люди, которые это любят. Сумасшедшие деньги, конечно, они тратят на подарки. Это такой подарочный как будто день, праздник. Ну вот, подарки для всех и для каждого. Когда они собираются вечером в кругу семьи, ужинают. Может быть, кто-то читает какие-то молитвы перед этим ужином. Но подарки тут после ужина, это, я не знаю, очень традиция такая закоренелая. И тысячи они тратят и миллионы на эти подарки. И люди как бы без подарка, даже мои дали мне подарок. Моя семья, в которой я работаю, евреи. Но они не дали мне подарок как на Рождество, они дали мне подарок как бы к Новому году, потому что они уехали на эту неделю. А подарок мне дали как бы заранее. Ну, сделали мне такое удовольствие. А евреи Рождество не празднуют. Это, наверное, те люди, может, не
единственные, конечно, здесь, но евреи не празднуют. У них другие свои праздники, которые тоже нужно почитать и уважать. У каждого свое. Мы все разные, и мы не можем быть все под одну гребенку. Так что я уважаю ихние праздники, они уважают мои праздники. Они дали мне подарок, я в свою очередь должна как бы уважить их, я не знаю, отблагодарить, в свою очередь купить что-то им к Новому году. К Рождеству нет, к Новому году. Вот и я пошла, поехала за подарками. Что я им куплю, не знаю, потому что они не моего как бы уровня люди. Но нужно что-то будет придумать. Я даже не знаю, что. Что бы могло бы просто им как бы пригодиться, чтобы не было лишнее, чтобы, как в любой семье, в любом доме что-то могло пригодиться. Что еще? Какие они здесь кушания готовят? Я не знаю, ли здесь есть традиционные какие-то кушания, как мы готовим постный обед, постный ужин на Рождество. Здесь такого нету на Christmas Eve. Здесь то же самое, как и на День Благодарения, турки запекаются, или утка, или хэм. Особенно в ирландских, наверное, семьях хэм – это кусок свинины, запекается в духовке. Вот это то, что здесь как бы, ну, общепринято, что без этого не может быть. Если ты уже накрываешь стол, это должно быть. А все остальное – пироги, пирожки, булочки там или какая-то сладкая картошка. У каждой национальности есть свои какие-то традиции, свои привилегии. Каждый готовит, кому что нравится. Мы этот праздник уважаем, мы его любим, пожалуйста. Мы отдыхаем, это уже для нас плюс. Пусть он и не наш, пусть он католический, но Рождество есть Рождество. Никто не знает, в какой день это все было. Уважать нужно, и нужно воздавать какую-то честь и хвалу тем, кто нас создал. Вот и все. Я считаю, что это не трудно. Вот и мы отдыхаем. Подарки, какая-то такая праздничная, радостная суета. Ну, я не знаю, конечно, очень приятно получать подарки, особенно детям, которые тут вешают какие-то там носки на камины, чтобы пришел Санта, какие-то печенюшки ему там оставляет. Есть традиции. И традиции, я думаю, что это неплохие, это отличные традиции. И хорошо, когда народ чтит их, не забывает историю своих предков и чтит вот эти все традиции. Ведь они прекрасны, правда? То, что касается светлых праздников, как это хорошо. Новый год здесь вот уже не то. Новый год здесь уже слабее праздник. Празднует молодежь, наверное, уже вот которая Новый год, потому что не собирается там на какие-то шумные компании, пари делает свои. Но Рождество сугубо семейный такой праздник, спокойный, в котором, ну я не знаю, встречаются все, кто может. Даже те, которые живут в других штатах, приезжают издалека к своим родителям, они их помнят, они их почитают. И вот это все как бы, ну, мне нравится, что здесь так оно и есть, как должно быть. Так, куда мне сейчас заехать? Я паркуюсь. Я пришла посмотреть за подарками своим мальчишкам за эту неделю. Я думаю, пока они приедут, я что-то им найду. Хотя у них всего вдоволь, всего, абсолютно всего. Они ни в чем не нуждаются. Но, как и все дети, радуются вот такой какой-то маленькой безделушке. А найти какую-то интересную безделушку здесь, это нужно походить. Я пошла. Пока. Кто празднует Рождество, Merry Christmas. Bye-bye. Всего хорошего, наилучшие пожелания. Счастливо.